Добрый день, мои дорогие любители вязания. Сегодня мы с вами свяжем вот такой квадрат. Да? Вот он смотрится шикарно. Мы его с вами соединим. Это можно будет применить как отдельную салфетку. Видите, вот он у нас как отдельная вещь. Но и его можно соединить вот таким образом. Или же вот так, как сейчас показано на экране. Да? У нас идет соединение с вышитым квадратом. Это может быть просто хлопковая или же льняная ниточка, обвязанная вот таким вот обвязочкой и соединены между собой в прекрасное полотно, то ли скатерть, то ли покрывало. Итак, присоединяйтесь, сейчас мы с вами свяжем. У нас будет с вами два видео, поэтому получается очень длинно, готовьтесь на два. Итак, приступим. Первая воздушная петелька и еще 8 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Замыкаем в колечко, соединительный столбик, хвостик вдоль, петля подъема и в кольцо 16 столбиков без накида. 1, 2, 3, 16 столбиков мы с вами связали, в первую петелечку зашли и связали соединительный столбик. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Мы один столбик пропускаем, в следующий вяжем столбик без накида. То есть мы будем с вами вязать вот эти вот столбики. Арки. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Один пропускаем, в следующий зашли, связали. И так по кругу. Смотрите, мы с вами связали вот 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И вот наша восьмая арка. 11 воздушных петель я связала. Вот пропускаем столбик. И вот в этот столбик мы можем с вами связать соединительную петельку. Вот так. Вот завершили ряд. Теперь нам нужно оказаться в центре. Мы соединительными петельками заходим в каждую. Если здесь у нас с вами 11 петель, мы должны оказаться в шестой центральной. Вот 2, 3, 4, вот пятая, вот шестая. Вот мы по центру. Теперь 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Зашли по центру или зашли в центральную шестую. Вот так вот. И связали столбик без накида. И так по кругу. Обошли мы с вами по кругу, вот соединили арками из 9 воздушных петель. Последняя 9 мы заходим с вами вот в этот столбик и вяжем соединительную петельку. Вот так. Теперь будем обвязывать арку. Столбик без накида. Все арки обвязываем одинаково. Полустолбик и 5 столбиков с одним накидом. 1, 2, 3, 4 и 5. Теперь 3 воздушных петельки. 1, 2, 3, накид. И опускаемся. 1,
2, 3, 4, 5, полустолбик с накидом и столбик без накида. Вот так мы с вами обвязывать будем все арочки. Переходим опять под арку, столбик без накида, и далее все повторяем. Обошли мы с вами все арочки, видите? И вот последний столбик без накида я соединяюсь с первым столбиком и вот так вот подтягиваю. Теперь нам нужно дойти вот сюда. Мы опять с вами заходим в каждый столбик нижнего ряда и вяжем соединительный. Ничего сложного нет. И зашли вот сюда. Теперь 1, 2, 3. Накид под эту же арочку. Еще два столбика. Один и второй. 12 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Накид. Вот наша арочка. Мы зашли в нее. Один столбик, второй и третий. И так вяжем через 12 петель в каждой вершинку или в каждую арку по 3 столбика. Вот в итоге, что мы должны с вами получить. Последняя арочка. И мы в третью петельку должны зайти и связать соединительный столбик. Вот так. Теперь 1, 2, 3. Накид. Вот наш центральный столбик. Мы заходим в него. И в него мы вяжем с вами 3 столбика. Вот один в этот же столбик. Второй в этот же столбик. Третий. И в последний столбик мы вяжем с вами столбик. Вот так. Теперь у нас вот арочка. Я делаю накид. И под эту арку мы с вами вяжем 12 столбиков с одним накидом. 2. И вот мы под эту арку связали с вами 12 столбиков. И по ходу движения у нас с вами вот эти 3. Накид в первый столбик. Мы вяжем просто столбик. В центральный я вяжу 3. 1. 2. И вот 3. И в последний просто столбик. Вот так. И сюда 12. И так повторяем по кругу. Итак, вот что мы с вами уже связали. Теперь вот наш последний 12 столбик. И с третьей петелькой подъема мы соединились. Теперь нам нужно с вами дойти до вот этого центрального столбика. Петелька. И вот наш столбик. Петелька. 1, 2, 3. Столбик. 1, 2, 3, 4, 5. Это будет арочка. И в этот же столбик вяжем столбик с одним накидом. Вот так вот. Теперь 1, 2. Смотрим. Вот у нас, видите, вот этот столбик сюда. Теперь мы вот этот столбик пропускаем. И вот в этот вяжем столбик с одним накидом. 1,
два, три. Считаем. Вот мы в этот столбик, видите, связали столбик. Теперь один, два, три. В четвертый столбик без накида. И теперь в каждый столбик нижнего ряда мы будем с вами вязать столбики без накида. Этот мы с вами провяжем. И вот в этой арке мы будем с вами вязать угол. Так мы с вами связали. Вот здесь у нас с вами 19 столбиков без накида. Видите, вот этот угол мы с вами как бы прошли. Теперь 1, 2, 3. Считаем 1, 2, 3. И вот четвертый столбик я делаю накид. В него вяжу столбик с одним накидом. Один столбик, второй столбик, накид. И вот смотрите, вот этот центральный столбик, мы заходим в него, вяжем столбик с одним накидом, 5 воздушных петель, 3, 4, 5 накид, и в этот же столбик еще один столбик, 2 воздушных петельки, накид. Здесь смотрите, вот они, наши начало вязаных. Этот пропускаем, в этот мы вяжем с вами столбик. 3 воздушных петли. 1, 2, 3. Считаем. 1, 2, 3. 4. Это у нас будет первый. И вот сюда 19. Так, и опять вяжем угол. То есть, если мы посмотрим, вот у нас получился первый угол, второй, третий и четвертый. Итак, смотрим, вот мы с вами сформировали наши уголки. И теперь последние 2 воздушных петельки. 1, 2, 3. В третью петлю мы с вами вяжем соединительный столбик. И в итоге вот у нас с вами завершился ряд. И все хорошо видно. Вот так. Что дальше? Дальше 1, 2, 3. 2 еще воздушных петли, итого 5. Накид. В центральную петельку мы с вами заходим и вяжем столбик с одним накидом. 1, 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Накид. И в эту же петельку еще один столбик. Вот так. 1, 2, накид. Вот в этот столбик вяжем столбик с накидом. 2 воздушных петельки. Следующий столбик. 2 петелечки, накид. И теперь вот в этот столбик. 1, 2, 3. Теперь мы вот с вами считаем. 1, 2, 3. Вот в четвертый вяжем столбик. Первый. Второй. И так у нас 14 столбиков. 13 столбиков. Не 14, а 13. Так, вот мы с вами связали. У нас осталось, видите, вот 1, 2, 3. Теперь 3 воздушных петелечки. Накид. Вот в этот столбик мы с вами вяжем столбик с одним накидом. 2 петелечки сюда. 2 воздушных петли. Теперь вот в этот столбик угловой. Так, теперь 2 воздушных петельки накид. И в центральный или под арку, но лучше в центральный петельку связать один столбик. 5, 1, 2, 3, 4, 5, накид. Теперь вот сюда же столбик, да, и далее повторяем 2 воздушных петли вот в этот столбик, 2 воздушных петли накид вот в этот.
Все углы вяжем мы с вами одинаково. Это я уже повторяю. 1, 2 сюда и вот в этот столбик. 1, 2, 3, 1, 2, 3 и вот в четвертый. Вот так вот. Видите, вот наш уголок. Итак, все по кругу. Связала я очередной ряд, и вы, как вы видите, у нас очень хорошо просматриваются углы. И вот последний момент. 2 воздушных петельки, да, и здесь у нас с вами 1, 2, 3, третья петелька подъема, мы завершили этот ряд. Что мы делаем дальше? В принципе, то же самое. 1, 2, 3, 2 воздушных петли, то есть 5 накид. И опять будем вязать такую своеобразную сетку в углу. 2 воздушных петли накид в центральный столбик. 1, 1, 2, 3, 4, 5 накид. Это угловой у нас. Опа. Так вот. Да, вот у нас уголок. И теперь вот опускаемся по стороне. 2 воздушных петли накид сюда, столбик. 2 вот сюда. 2 петли вот сюда. Ох. Две петелечки вот сюда, две накид и вот сюда. Видите? Вот масс. Теперь мы опять с вами вяжем 2 воздушных петли накид, 1, 2, в третий вяжем столбик. Сетку в углу мы с вами, видите, сделали. Теперь от этого столбика я вяжу 2 воздушных петельки накид, в третий вяжу столбик. Теперь 2 накид через 1 столбик, 2 петельки накид через 1 столбик. Это у нас с вами 1, 2, 3, 4. 2 воздушных петли через 1 и 2 воздушных петли накид, 1, 2 в последний столбик. Вот у нас с вами получилось, видите, вот 1, 2, 3, 4, 5, 6 ячеек. Да, нет, вот над вот этим 1, 2, 3, 4, 5, видите, 5 ячеек должно получиться. А далее мы опять с вами все повторяем. 2 воздушных петли зашли вот в столбик. И далее все по периметру мы с вами будем разбивать на ячейки. Вот какая промежуточный квадрат у нас с вами уже получился. И уже вот этот квадрат имеет место быть, да, для нашего дальнейшей работы, для нашего творчества. Но мы будем с вами продолжать и будем вязать вот этот квадратик.